красивенько, мне нравится. Тоже портальное что-то. Трогательное, портальное. Вот я такими спиралями порталы рисую. Тут еще какой-то я иньян получил. А ну-ка, подложи сюда мне. Угу. Ух ты, она тут одно что-то. Оно показывает. А у тебя своя переработка. И абсолютно креативно. Ну, я тебе говорю, это, знаешь, можно не Таро, можно оракул. Вот такое, как звездного семени. Таро — это определенная энергия, оракул — это вот определенное состояние энергии. А ну-ка, покажи мне, как там написано. Блин. Birthing in your age. Или... А ну, прочитай. Какая первая буква? Да. О рождении новой эпохи. Но здесь тоже она на пути, при том, как в портал. Получается, в этой карте зашифрован тот, кто его делал, определенная энергия. Он своим способом, как ему доступно было образами, он ее передал. Ты ее считываешь по-своему и запускаешь свой процесс рождения новой эпохи. И все у нас такое фиолетовое, ты фиолетовый.